Который час? Должно быть, скоро полночь. Призрак деда подает мне знаки. Зовет, как будто следовать за ним. Зачем? К чему? И что теперь мне делать? Такого никогда с ним не бывало. Обычно разговорчивый он очень. Здесь что-то кроется. Скорей бы ночь. Меня он снова манит. Я иду. Что это? Пень? Я пень? Не надо обзываться. А сделать что-то с этой корягой? Полить? Покрасить? Подскажи яснее. Опять ушел. Подумаю с утра. То был какой-то знак, не сомневаюсь. Ага, стрела. Туда идти мне надо. Прогнило что-то в нашем государстве. Красивый ножик тоже что-то значит. Об этом я подумаю потом.